Привет, друзья! Сегодня мы покажем вам вершину мира, покатаемся по Доминикане, покушаем там, где едят доминиканцы, посетим незабываемые пляжи и заглянем дьяволу в глаза. Готовы узнать о наших приключениях? Тогда усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы взяли мотобайк в прокат и отправились изучать полуостров Самана. Все доминиканцы очень любят музыку, это их жизнь. Музыка звучит везде. В магазинах, заправках, кафе, дискотеках и просто в каждом доме. Северная часть Доминиканы самая красивая, и тут находятся самые разнообразные пляжи, цвет песка которых может быть белым, желтым и даже черным. Покажи нам миндаль. Максим вам показывал миндаль. Ну, это зеленый опавший, он не созрел. В общем, когда миндаль становится сухой полностью, уже готов спадать с дерева, то его собирают, очищают. Ну, в общем, куча процессов происходит перед тем, как его съесть. Некоторые берега в Доминикане скалистые и совсем непригодные для купания. В таких местах остается только валяться на мягкой зеленой траве и наслаждаться природой. Подойдя к краю скал, часто можно встретить отверстия, из которых с огромным напором вырываются брызги воды. Все это очень похоже на вулканические фумаролы. Сегодня мы решили показать вам очень интересное место, до которого мы долго добирались и которое долго искали. Ребят, мы добрались до уникального места, называется Глаз Дьявола. Это небольшое углубление в скале, рядом находится море. И когда идут большие волны, отсюда взрывается огромный поток воды. Сейчас воды нет, но отсюда просто шикарный. Я не знаю, блин, у меня слов нет. Отсюда вздымается большой напор воздуха. Он просто сносит с места. Настолько страшно, и ты не ожидаешь, что отсюда может вырваться вода. Ты же ничего не знаешь, что произойдет в следующую минуту. Неописуемые ощущения. Ну что, готовы увидеть силу и мощь природы? Сейчас я брошу пальмовую ветку туда, посмотрим, насколько сильно оно дует. Вот так вот, неожиданно. В эту расщелину попадают волны, усиливается стенами расщелины сила инерции волны. И все это превращается в такой фонтан, который сегодня мы застали, не так сильно штормит, но звук мы слышим, и это главное. Вообще эти места очень марсианские, и кажется, что тут не ступала нога человека. Этот камень, здоровенный камень, это что, можно назвать стеной, валялся много, смотрите, как он летел. Ужас. Ребят, за моей спиной находится настоящий натуральный камень, это огромная глыба, добывается именно здесь. Посмотрите, за моей спиной стоит огромный трактор в скале. Вид просто шикарный. Натуральная порода, сверху растут кактусы, где-то пальмы растут. Вообще, мы попали куда-то в другой мир, мне кажется. Можно заглянуть внутрь, пойдем? Внутрь мы не стали заходить, побоялись, что все сделано не по технике безопасности. Мы приняли решение поинтереснее, покушать в кафе для местных. Небольшое кафе с готовой едой на прилавке и маленьким выбором. Выбираем себе пару блюд и сидим в ожидании нашего заказа. Мы зашли в местное кафе пообедать и заказали меню дня и рыбку в кокосовом соусе. Вот так это все выглядит. Ароматно пахнет, жалко, вы это не чувствуете. Приятного аппетита! Как оказывается, кушали мы не одни. Под соседним столом присоседился котенок, да еще не к своей мамке. Ребята, мы забрались на верхушку мира. Мы на горе Редондо, который находится в Доминикане. Тут просто потрясающе. Посмотрите сами. Местечко на вершине горы привлекает к себе качелями, на которых можно полетать почти над обрывом горы. Невероятное ощущение, когда ты летишь в небо, а перед тобой открывается вид на океан, озера и горы. Кажется, что ты на верхушке мира.
следующем видео мы покажем вам секретный пляж Доминиканы, научим собирать кокосы, посетим водопад и покажем чудо природы, которое еще ни разу не видели сами. Не забывайте подписываться на наш канал, добавляйтесь к нам в Instagram, Facebook и ВКонтакте.